вот и все. Наконец-то мы это сделаем. Шустрый какой. Надо добраться до театра, пока идет представление. Том, ты за рулем. Босс дал отмашку. Сегодня Морелло умрет. Сегодня? Нихера себе. Удачи, ребята. Не знаю, сколько идут спектакли в театрах, но уже довольно поздно. Жми на газ, Том. Поверить не могу, что мы едем за самим Морелло столько лет. Ни за людьми его, ни за семьей. Самого урода закопаем. Мы завершим эту долгую историю. Что будет, когда он умрет? Город станет нашим. Не, я не о том, что с Доном будет. Думаешь, он будет тосковать? Думаю, он пошьет себе отличный белый костюм. Парни, вы как, в норме? Ага, только вспотел весь. Да, та же херня. Почти на месте. Давайте сосредоточимся. Как только увидим Морелло, сразу валим. Только его. Когда он загнется, его ребята запаникуют. Черт, мы и правда это делаем. Сколько он портил боссу кровь? Лет 10? Больше. Казалось бы, белый костюм делает его такой легкой мишенью. Покажите ему! Погнали! Давай за ним, Том! А то нас Дон за яйца подвесит! Когда окажемся рядом, стреляйте по машинам его охранников! Надо от них избавиться! Врубаешься! За нами легавые! Вокруг театра их было полно. В прошлый раз им платил Морелло. Завтра они станут нашими. Похоже, у Морелло паника. Всех своих голубов сюда загнал. Завали их сколько сможешь, но не забудь, нам нужен Морелло. Если он сейчас уйдет, то на несколько месяцев заляжет на дно. Не дай ему оторваться, кто знает, куда он направился. Если мы сегодня его не грохнем, он может вообще свалить из штата. Мы обязаны его замочить. Отстрелим его парней, а там и до него доберемся. Парни, город будет нашим! Давай, Том, скорей! Он хочет оторваться от нас в переулках. Не волнуйся, я лучше других знаю этот город. Ну-ка, держитесь там. Шофер у Морелло хороший, но с тобой ему не сравнится, Том. Thank you.
Макса и его ребята не сдаются! Мы тоже! Доведем дело до конца! Куда бы он ни собирался, ему придется спешить. Это аэродром. Он управляется к задним воротам. У него есть самолет? Ну, конечно, у него есть самолет. Там будут ждать его громилы. И хорошо. Пора их вычеркнуть из списка. Он подохнет, и его шестерки вместе с ним. Ладно, лишь бы нас в твоем списке не было. Они только отремонтировали аэропорт после того раза. Там его громилы. Вижу их. Стоп! Стоп! Тебя! Все там целы? Да, в порядке. Только стекло теперь в волосах. Саш, придется причесаться. Бросаем тачку и за ним. Вперед! Они лезут и лезут! Тут еще один! За собой! А когда они уже кончатся? Куда? Еще один тип нас заметил! Тут еще один! Такого не слышите? Жми, Том! Морелла уже близко! Машину! Томми, ты спереди! Ты стреляешь лучше нас обоих!
давай! Мы не разогнались! Поднимайся! Он сейчас летит! Стреляй по моторам! От него что, пули отскакивают? Все бестолку! Да! Теперь второй! Сорви их оба! Ничего не выходит! Должно выйти! Он на сраном самолете! Брось! Я стрелять буду! Я сяду! Он еще не ушел! Потому что я здесь водитель! А нам надо догнать самолет! Ладно, делаем так. Едем за самолетом, смотрим, где он сядет. Гоним туда и валим урода! Эта птичка... Том, что с тобой сегодня? Ну, короче... Эта птичка не сможет летать вечно. Он не сядет, он рухнет. Разве он похож на воздухоплавательный? Как хорошо, что профессор сегодня с нами. После крушения Морелла не сможет выжить. Для меня он не сдохнет, пока мы не увидим его труп. Уж вы-то двое должны знать это лучше других. Куда это он направляется? Может, к гоночной трассе? За городом садиться безопаснее. Может, он и сядет, но безопасность ему не светит. Где бы он ни сел, мы скоро будем рядом. Все, ему конец! Ага. Да, конец. Нам рано расслабляться. Нужно проверить, что он сдох, пока копы не явились. Такое никто пережить не сможет. Сколько дыма, твою мать! Невероятно, мы сделали это. Да. Поверить не могу. Соберитесь, держите пушки наготове. Сейчас нам нельзя облажаться. Времени в обрез. Сюда уже едут все копы в городе. Выходим, проверяем обломки, уходим. Все ясно? Конечно. Господи Боже. Ублюдок не понимает, что уже сдох. Теперь он понял. Да, братья. Теперь точно. Ладно. Валим отсюда. До встречи на том свете, Марк. Ты херов призрак. Три сраных года я пытался тебя найти. Это пожизненная, Том. Или даже стул. Но вам ведь нужен не исполнитель, а тот, кто ему приказывал. Так вот, значит, в чем дело, да? Ты хочешь сдать Солерия? Книги Дона, которые украл Фрэнк. У меня. С ними можно навсегда упечь Солерия за решетку.
Если мы договоримся. Моя семья в обмен на Дона. Узнаешь кого-нибудь? Присмотрись. Старик — это Дон Пепоне, а двое парней — Морелло и Сальери. Да. Теперь узнаю. Год, наверное, 20-й. Апрель. Свадьба Морелло. Сальери был на ней шафером. Совсем еще мальчишки. Да, и уже бойцы в клане Пепоне. Так что случилось? Как лучшие друзья внезапно стали злейшими врагами? Без понятия. Я и не знал, что они дружили. Боже мой, Томми. Тем, что ты не знал, можно забить сраный небоскреб. В 22-м Пепоне утонул в озере. Чтобы дела и дальше шли гладко, Сальери и Морелло поделили город. Да, это я слышал. И что? Они же друзья и могли бы сохранять баланс. Но ни хрена подобного. Морелло погиб. Сальери был вполне счастлив, считая, что город теперь наш. А я был рад, что войне конец. Но потом я задумался. Какой толк от всех бабок Морелло, если они не спасли вот простого парня вроде меня? Вчерашнего таксиста. Все, что он в конце выиграл, — здоровенную мишень на свой сраный лоб. И знаете, я об этом все время думал и думал, пока однажды не взглянул в зеркало и тоже увидел мишень. Прямо вот здесь. И вытер слезки пачкой сотен, да? Я и не думал бросать сладкую жизнь, но я сказал себе, что я должен быть умнее, чем Морелло. Что однажды я не увижу Поли или Сэма, целящихся мне в лоб. Дело в том, что ты не думаешь об этом на улицах, когда бьешься за свою жизнь. Парень, который дерется вместе с тобой, — твой брат. Ведь ради брата куда легче убивать, правда? А ночами ты не можешь уснуть и думаешь, о чем твой брат шептался с Доном в баре. И достаточно ли он жаден, чтобы при случае предать тебя? Все путем? Да, босс. Никаких проблем. Здесь все, что есть? Конверт более худоват. Я доложил в свой. Это покроет разницу. Ты умеешь плавать, Том? Да, бывал на море пару раз. Два моих приятеля поехали с подружками на озеро. Они выпили, закусили там. И один из них решил искупаться. Доплыл до середины и понимает, что силы кончились. Назад уже никак. Начинает орать. А второй парень — отличный пловец. Он бросается в озеро, чтобы вытащить дружка. Первый был глуп. Не знал, что озеро слишком глубоко, и струсил. Схватил парня за шею, и они оба пошли ко дну. Поли твой друг. Знаю, ты ему предан. И уважаю это. Но больше не смей оплачивать его долги. Я понял, босс. Хорошо.
Теперь поговорим об этом Тёрнбуле. Кандидат в губернаторы? Он самый. Болтает о том, как он уничтожит преступный бизнес. Ха, смельчак. Да он же на шлюх тратит больше, чем Поли и Сэм вместе. Мне навестить его? Возьмем его в оборот? Нет. Нельзя верить лицемерам, Том. Нужно сорвать его избирательную кампанию. И так, чтобы больше никто не посмел давать такие обещания. У Винни есть план, да? Конечно. У центрального острова готовится митинг. Место открытое. Попасть туда довольно трудно. Зато оно отлично видно с башни старой тюрьмы. С нее продырявишь козлу башку. Ладно. Схожу к Винни за винтовкой. Помни, у тебя только один выстрел. Промажешь, охрана его тут же спрячет. Я ваш лучший стрелок. Поэтому вы и поручили это мне. Сделай это. Эй, красавчик. Дамы. Ах, как жаль, что ты уже женат. А, он и не посмотрит на нас. Он такой правильный. Привет, Том. У тебя для меня что-нибудь есть? Пришла посылка от парня в Форт Стэнмори. Сальери хочет, чтобы дело прошло гладко. Так что ты не шуми, пока не убьешь того типа. Наш малыш Тони спрятал для тебя такую в нужном месте. Прямо в тюремной башне? Да. У семьи много воспоминаний оттуда. Но сейчас там ребята иного сорта. Смотри в оба. Тони запер винтовку в комнате на самом верху, где обзор получше. Как же меня задолбал этот политикан, Томми! Это же наш город! Влепи ему промеж глаз. Как будешь в тюрьме, поднимайся на смотровую башню. Последний этаж заперт, но у тебя будет ключ. Эй, друг, иди сюда. Ты от Тони? Да.
Твой друг сказал, ты ищешь смотровую башню? Я пометил путь туда этим знаком. Туда ведет одна дорога, через канализацию. А оттуда все время наверх. Эй, ты! Внизу! Мы никуда не уйдем! Вали отсюда! Джокер, тот... Нет, ты точно не один из нас. Тебе здесь не рад. Предупреждаю, мистер! Почему вы не оставите нас в покое? Это наш дом. Когда вы уже наконец это поймете? Это ты, коп? Тут заперто. Ты не войдешь. Шухер, кто ты? Где смотровая башня? Через главный блок и вверх. Обычно ворота заперты, чтобы федералы не вошли. Спасибо. Берегись, незнакомец. Мы сами себя защищаем. Со мной нет шансов! Дома тебя не дождутся! Что ты умеешь, сопляк? Я тебя всего изрежу! Будет больше народу. Смотровая башня рядом? Совсем рядом. Лифт не пашет, но можно и по лестнице. Thank you.
доклад о стрельбе на митинге Тёрнбула. Тёрнбул ранен. Выстрел со стороны старой тюрьмы. Черт. Долго я был в отключке. Задерживайте каждого! Полиция! Это полиция! Где стрелок? Я! Где сраный стрелок? Где он? Прошу! Нет, не надо! Его! Сейчас я его! Уже
из фланга! Ты что, пух? Смотрите в оба. Полиция заметила и преследует подозреваемого. Всем офицерам, прекратить поиски. Повторяю, прекратить поиски.
Слышал об этом Тёрнбуле? Говорят, мошенник был тот еще. В газете пишут, он запомнится борьбой за 19-ю поправку. Всю свою карьеру положил на это. Это которая? Избирательное право для женщин. Он дал мне право голосовать, Том. И его жене, и шестерым дочерям. Все не так однозначно, да? Наверное. Я должен идти. Том, не делай того, в чем будешь раскаиваться, слышишь? Уже поздно об этом думать. Превосходно. Да, отменно, босс. И это только начало. Партию сигар, завезенных из Камеруна, конфисковали таможенники. Вам нужно ее забрать. Нам нужно украсть сигары? А что тут такого? Гости наших клубов готовы нехило платить за хорошие сигары. Да, и все же... Как-то это... мелко. Я всегда знал, что ты умен, Том. Все точно подмечаешь. Тут ты прав, это довольно мелко. Так оно и должно выглядеть. Сигары — лишь прикрытие для груза камушков. В коробках спрятаны контрабандные алмазы. Федералы их пока не нашли. Мы крадем алмазы у федералов? Не волнуйся, Том. Я уже успел обсудить все подробности с Сэмом. Он расскажет. Так. У меня встреча с мэром в клубе для джентльменов. Подумайте, что делать. Но привезите сигары, прежде чем кто-то найдет настоящий груз. Поняли? Все будет. Я рад. И не выпейте тут все без меня. Ты знал об этом? Вчера мы с боссом все продумали. Есть план. Не буду говорить, что он идеален, но вроде шанс есть. Небольшой. У нас там свой человек или что? Нет. Все нужно делать самим. Будет нелегко. Ящики с сигарами хранятся в порту. Сука. Там же полным-полно охраны. Да. Тут сила не поможет. Действовать будем тихо. Угоним грузовик с таможни и приедем на нем. Черт. И грохнем беднягу водителя. Нет. Просто припугнем и заберем его документы. Верно. Избавляться от тела — только лишняя морока. Ладно. Поехали. Неплохо бы взглянуть на этот грузовик. Ты чего, Том? Да так. Пытаюсь как-то обдумать это дело. Чего тут думать? Босс дает задание, мы выполняем. Все это как-то слишком рискованно. Даже ради алмазов. Если нас прижмут, то могут закрыть надолго. Тогда постараемся, чтобы не прижали. Да? Да. Я припрятал все нужно неподалеку от порта. Если кому-то нужно что-нибудь особенное, спросите Винни. Лично мне нужен глоток виски. Господи, Полли, можешь хоть раз не пить перед делом, пожалуйста.